Проголосовал глава региона по месту жительства в станице Динской на участке номер 1212 в одном из детских садов. Вениамин Кондратьев уверен, голос каждого жителя много значит, ведь сегодня кубанцы во многом определяют развитие края на ближайшие 5 лет. Очень важно, чтобы люди на самом деле выбрали тех, кому доверяют, кому верят, с кем связывают свое будущее, свои надежды. Те законы, которые будут приниматься законодательным органом, и доверие к этим законам зависит ровно от того, кого мы сегодня выберем. На избирательный участок губернатор Краснодарского края пришел около полудня, но уже с самого утра туда активно приходили местные жители. Только за первые 2 часа работы было зарегистрировано около 250 человек. На избирательном участке всех встречали творческие коллективы, а для детей на площадке устроили игры и конкурсы.